Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 139 тысяч километров. Снималась обшивка передней двери. Автомобиль только забрал, давай сигналки закрывать, а он не закрывается. Вроде хлопает, но в то же время открывается опять. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот нажимаю на кнопку сдачи. Слышно, соленоиды сработали. Пикнуло, но лампы не моргнули. И сейчас произойдет следующее. Автомобиль на сигнализацию, на охрану не сдался. Вернее, на охрану он сдался, но двери не закрылись. Ну, у меня ключ в руках, он сразу отрабатывает. Ну, ситуация в следующем. Я уже разобрался, поэтому вот так умничаю на водительской двери. Ребята, видать, перепутали тросики. Сажусь в автомобиль. Автомобиль закрыт. Ручка закрыта. И вот если я за нее потяну, открывается дверь. Нажимаю закрыть. Здесь не хватает дотянуть, потому что он то ли перетянут трос, они где-то его неправильно провели, то ли что дверь не отрабатывает. Если вот с этой стороны посмотреть, вот она открыта дверь, вот она закрыта дверь. Это открыта дверь. Сейчас сниму обшивку, посмотрю. А так вот я за нее тяну, и дверь открывается. Что за ручку тяну, дверь открывается. Что за верхнюю тяну. Что попробую. На четвертом я еще не делал. Сразу возьму вот эту накладку зеркала, сниму. Вот такая клипса, как на обшивке. А вот снизу сейчас фонарик возьму. Но должна, по идее, просто подняться. Там клипса в обшивку вставляется, ее нужно отверткой отщелкнуть. Сейчас отщелкну и покажу. Вот этот крючок заводится в обшивку, а вот эта клипса отщелкивается вот сюда, и она спокойно выходит. Но я ее пока не трогаю и снимать ее не буду, оставляю на месте. Теперь нажимаю снизу и поддеваю сверху заглушку. Здесь Torx T20 винт. Также надо снять вот эти хромированные накладки. Поддеваю здесь клипсу.
одеваю вот здесь. Но лучше всего сделать это через ткань. Вот защелка. Вот этот крючок вставляется в этот отверстие, а здесь всего одна защелка нижняя. Но, следовательно, и это точно так же. Плохо, когда первый раз и не знаешь. Вот это уже легче, уже знаешь, куда нож. Здесь, чтоб не шумело, приклеен войлок. С этой стороны его нету. Откручиваю винты. Даже и здесь мастера упростили. По одному винту не поставили. Здесь по два винта. А они поставили по одному. Вот почему я и не верю никому. Я не говорю, что они плохие. Но некачественно собирают. Куда вот винты дели? Винты же эти еще и не докрутили. Здесь у нас с торца какая-то заглушка. Да, заглушка. Как ее снять? А, вон как она снимается. И она полностью не выдергивается, она висит. И здесь саморез не поставили. Ладно, откручиваем снизу два самореза. Вот этот саморез. И нижних саморезов тоже нет. В принципе, я больше ничего не вижу, что нас держит. Поддеваю снизу карту. Меня больше всего сейчас интересует, что они там сделали с тросами. Ничего они здесь не перепутали, они просто сломали трос. Держу обшивку.
Вот надломанный трос. Он просто не работает. Вот и все. Ну что, отсоединю здесь все. Ну что, я попробую приклеить. Здесь у меня такой клей хороший, Loctite 406. Сейчас аккуратненько намажу, при этом, чтобы трос не вымазать. Иначе потом будут большие проблемы с тросиком. Ну что, приклеил я ББшку. Здесь один трос, вот получается, когда он вот в таком состоянии, он просто открывает дверь. Когда мы его делаем чуть-чуть назад, вот так вот, и дверь открыта, он все. Вот сейчас покажу. Вот механизм. Вот я его защелкиваю. Все. Открываю ручку двери. Механизм открылся. Опять его защелкиваю. И тросик подаю немножко назад. Вот его подал. Ручка. Вот она. Дверь не открывает. Вытаскиваю тросик. Ручка, дверь открыла. Все. Сейчас посмотрю, пока здесь застывает. Ну, тросик видно, он у меня двигается, я его не приклеил. Пока он застывает, я придумаю, как еще хомутиком к ручке его подтянуть, вот это место. Потому что вот это движение требует усилия для закрытия вот это. И чтобы трос не сталкивал, мне надо его придержать. Вот такие дела. Сказать, что мастера не заметили, что сломали трос, это неправда. Они пытались его приклеить. Вот следы от суперклея. Они трос клеили, и ничего у них не получилось. Работать он перестал. А вот механизм, который открывание, ну, блокировки двери. А это вот ручка. Он трос здесь один, их не два. И вот она, ручка, ходит. Получается, вот мы, когда закрываем, вот закрыли, из салона открываем, он открывается. И снаружи он не открывается. А если мы его открываем сюда, он нормально снаружи из салона открывается. Что сделал я? Вот я просверлил отверстие. Здесь я подрезал. Для чего подрезал? Чтобы у меня капроновый хомут не слетал. Понятно, колхоз. Но я потом по необходимости заменю весь механизм. Вот так вот делаю. Вставляю трос, и он у меня притянет его. Дополнительно будет держать. Ну, пока я только такой выход увидел. Пробую. Потихонечку вставляю. Здесь тросиком придется повозиться, поэтому вот этот момент я уже не покажу, а когда соберу, хотя чего не покажу, я, наверное, сейчас камеру с другой стороны переставлю.
Я снизу клипсы поставил, ногой прижал. А вот теперь ловлю трусик. Вставляю его в ручку. Здесь обшивку нельзя так отодвигать сильно в сторону. Она сразу ломает трос. Вот если видно, тросик я воткнул на место, он держится. Вот теперь затягиваю хомутом своим. Да, колхоз, но должен работать. Так, перепроверяю. Все разъемы я все соединил. Защелкиваю клипсы вот эти. Ключи я в карман положил. Пристегнул уголок, чтобы не сломать его на зеркало. А, наверное, что ключ в кармане. Ключ отнесу в сторону. Ключ отнес в сторону. Да. Все, дверь работает. Вот с ключом подошел. Только руку поднес, датчик срабатывает. Все, сигналка стала срабатывать по оптике. Открываю, сработало. Закрываю. Не сработало. Так, багажник открытый. Закрою багажник. Все, закрылось, и зеркала сложились. Вот сейчас автомобиль работает, двери открываю, сработало, и зеркала открылись. И теперь пик-пик нету. Пик-пик — это как раз и был сигнал того, что двери не закрылись, автомобиль не закрылся. Иду собираю до конца обшивку. Пробовал разные варианты, работает, два раза закрывает, один раз не закрывает, два раза
не закрываю, один раз закрываю. Здесь саморезы подобрал под крестовую отвертку. Здесь саморез закрутил с торца. Ну, однозначно надо менять трос. Все из-за троса. Нормально она не хочет работать. Найду трос, поменяю. Сниму ручку, уже сниму механизм, заменю трос. Ну, когда найду трос, выложу видео. На этом все. Всего вам доброго.